Олег, присвоньте мне, пожалуйста. Сейчас, секунду, ребят. Вы в ЦЛК в Гире делаете эти эпохалки? У вас так свой там, ну только топовые, которые у вас. Не хожу в это. А что такое эпохалка? Это вообще... Ну, это типа эпохальный тухлопуз, там был, блядь, совет и т.д. т.п. Там всякие плюхи-приколюхи падают в воздух. Ну, типа, только, короче, которое за бабло петы, там, не петы, а эти... Блядь, на чем ездишь-то? Кони, короче, всякие, волки, я не знаю, там, такая херня. Ну, кому интересно, те и ходят. Тот самый, кто у нас демон? Скобометрия. Ультра. Так. Кулаки ретрики, демонайзер, щиты, каут, крест. Лепец, ДЦ. Демон, ультра. Шим, рыбу. Виталик, он держишь левого червя. Пишем в аркану, какой спик рулим. Там ты где? Порталюсь. Можете фаер-ауру поставить вместо коня. Запускаю. Пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного гарда и без колебаний откликнулись на него. В этом колизее вам АП-5 по простому. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного аван. Нет, нельзя так. Либо на один спик, либо на второй рулишь. Танк или... Выбор по ЕПГП. Прав, Скоробей тоже по ЕП. Скоробей не помню. Да. Скоробей по ЕПГП. А ты инту, пожалуйста, присты... Ой, маги, говорю, присты. Инту маги дайте. Ты не по ЕПГП, кроме последней. Давай просто. Нету маков в рейге. Тоже выходите. Один и поставьте ауру, блядь. У всех конь стоит. Переживай, сейчас поставят. Огненную и фрост ауру поставьте. Сосредоточенности. Два ретрика, холи пам. Уже выйдете. Вы уже. Это 7 стаков. 8, 9, 10, 1. Не хильте его, короче, пускай умирает. Я завтыкал. Таньте звезду. Залор, поднимай Кортеса, доксом жму каху, играйте правого червя. Лапку прижмите. Выводи сейчас, веди Скарлетт, босса сейчас должен быть. Меняйте станки, Скарлетт, пройдись по рейду. Звездочка в параличе. Убивайтесь, чили. Дневно ману пою. Не идите в лужу. Ждите, пока босс выйдет. Здорово всем. Верни его от рейда. Здорово. Прицел пишет в личку, что ты ему звание какое-то вернул. Ну, оказывается. Ну, короче, прицел заходит... Ко мне подбегите, на мне так ксин. Прицел заходит в гильдию
прошла. Пишет проводит, что он даун просто, ну просто сходу его понижает. Он начинает просить, чтобы его повысили. Сказал по фулбаф по локам. Можешь его повысить, если он опять будет такой писать, его кикнул с гильдами уже. Но он просто писал, что не занимайся этой фигней, не трогай людей. Давай, выйди босс из центра. Тут была видна анимация, как он портуется в центр. Так, продавай там анализер. Подрубать стрим? Да. А чё нам? Свет, на кого-то найдёт свои. Пойди, босса, выводи. Виталий, давай, Сако. Магнат, снимай с Берсу. Чё вы где находитесь? В норме, в рест? А, и долго вы там будете? 30 минут, наверное. Выпускайте босса. Выпускайте босса следующего. Пиздам будет. Рецепт. Да 13, ё-мо, у меня бьёт ещё минут. Нужно больше ярости. Сейчас великий чернокнижник. Прилище кому-то надо, плюс. Сколько если тут ДД далеко? Это, что там упало? Нет, конечно, пожалуйста. Ты, пожалуйста, лапу. 95 перерол. А, нет, тут 1.95. По хретрике дайте кулак по ханту. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамцем, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Попрольте плащ Фростшторм и Азалор. Ничтожный гном! Тебя погубит! Передай Азалор плащ. Просто штурму. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Крацус! Эреданский повелитель пылающего легиона! Во врата сейчас надо сыграть. Пойдем во врата. Или ему череп. Обе выбегай с рейда. Или без диспеля с БДК и магию. Череп хилим. Ну ты делаешь.
там филиппец, убегай. Косты, ребята. Карли, сбивай косты. Заморозка разума, под конец каста, череп хилим. Сейчас вулкан будет. Под вулкан давай сакру. Давай сакру. Ну, прицел попросил кикнуть его с гильдии, мне хп. Че так? Ну, если мне тут не рады, кикни меня с гильдии, уебок, он так написал. Да, давайте, играйте. Мобов. Что-то на YouTube аккаунт не заходит. Значит, стрима не будет. Не, ну а там же Twitch нужен, на Twitch заходит. Череп хилим. Руби, убивай. Играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили. Блин, Олег, слышишь? Это мне написал, это мне ЕП на капу, хорошо? Тише, успокойтесь. Я тут в танка, да, спекусь? Сражался и поплатился за это. Турнир продолжается. Калия, ход надо тебе, тотем убирайте. Не сейчас. Джеймс Миллс. Но он мне пообещал, что он все будет хорошо вести. Раз пять так говорили. Почему не заходит на YouTube? Войт, ты можешь на свой канал зайти? Все работает. Мы бросаем вызов Орде. Вот, чекнуть ЛС. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Давай, сейчас распишем его файл. Боссах. Мэйн. Синдей Личи. Обычно. Так, давай, Скарлетт, танчишь Фурика, Демаронайзер, ДК, Виталий Кун, Хантера. Кто еще может танк испекнуться? Мария, испекайся в танка, будешь держать рогу, мы будем играть в Лока. Сейчас только найду его, поставлю метку. У Рестер Шамана посох, да? Доксон готов. Погнали. Играйте в звезду. Ну все, хорошо. Где трога, блин? Ну, с понятием, фигма, на всякий случай. Мазда спал. Каст сбивайте.
Мне нечем сбить. Давайте кружок. Спал баба. Квадрат потом побьем. Убивайтесь, каст света небес. Ну что, отхиливается прямо 200 тысяч. Доберите череп, я побью квадрат. Квадрат это хил. Рано, у нас на двух боссах никто не умер. На... У нас никто не умирал. Так, ладно, на первом боссе. На первом боссе на локо умерло. Давайте звездочку. Потом еще у нас осталось. Пустые череп. Ханка бьет много народу. Да, если, наверное. Они бьют. Малышка, беги!
победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Даем. Они великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Даем. Ждет битва с королем Личом. Что, сундук едите? Сидит. Подожди. Поставьте рыбу, пожалуйста, ребят. Понятно, если точно поливать на офтанка, то тебе надо взять светлый портал, кажется, и бить другую вальку. Виталик, он спекает, если тут тоже будет. Пускай. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Друиды, лапу, лапу, лапу. Валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Испытания начнутся! Берем темный портал. Не сейчас. Талисман, давай после боя. Не сейчас. Так. Андреяга, ты тут? Подведи босса к светлому порталу, на ком темный дебаф, эти темные шары. Светлый портал взяли, надо сбить каст. Светлые портальчики, шарики ловим там. Убивайте каст.
тверды, паладин. Мы примем любой вызов. Не сейчас. Сука. Че, не запускается стрим? Не-не-не. Короче, друид небесный. Ты в РК, дружище, напиши мне в личку, если ты в РК. Это фокусы, по-моему, тут нету. Короче, друид пишет мне, небесный этот. Возьмешь моего друга, Фурик 6.7, в рейд, он БДК в нашей гильдии. Я говорю, я возьму в рейд только тех, чтобы, ну, чтобы все были с гильдии, чтобы на картинке все были с гильды. Он пишет, ну он же БДК в гильдии. Я говорю, ну ты понимаешь, что Фурик этот не в гильдии, что на картинке он будет не в гильдии. Он пишет, а зачем ты ВКонтакте всех просишь тогда звать знакомых с других гильд? Сука. Кто тупой, ты или он? Почему у нас опять какие-то люди, блядь, с персами в разных гильдиях? Так всегда было, по-моему. Да всегда ебали за это. Даже Каноба, блядь, зовем всех твинков, блядь. Блядь, почему я сулинковать ссылку волчат? Надо. Нельзя. Не линкуй там. Долбоебы зайдут, тебе задонатят, блядь. То, чтобы на тебя кстати, колёс ссылку у тебя из-за ссылки ебан. Сказали же, что на Twitch можно линковать. Вы меня убеждали, Олег убеждал, Калк убеждали. Блин, будет вроде, ну. Чего, с пираток нельзя вроде бы. Нельзя на Твиче. До тех пор, пока они тебя не поймают, это можно делать. Ну, это типа на Твиче пиратки стримить нельзя. Подожди, на Твиче нельзя пиратки стримить, да? Да, блядь, не знаю, можно, где. Просто будет момент, когда у тебя подписчик... Не, но если я один раз сегодня застримлю, они успеют меня забанить или нет? Не успеют. И все. Так, насчет... Просто... Там вопрос был насчет винов, только да? Только если тебе страйк кинут. Смотрите, я, короче, допустим, я имею в виду, как на серваке я могу ссылку на Twitch линкануть в волчате? Потому что Олег говорит, что могу, тип там какой-то линковал. Все так делают, там этот имбазадр постоянно линкует. Ну да, вот я и спрашиваю. Джейми, там даже на форуме есть типа тема, чтоб тебе разрешили стримить. Угу. Официальный от самого, короче, сервера будет линковать. Да, вон, подписать. Вон, пацаны, моя ссылка на Twitch в РК. Линканите кто-нибудь волчат я. Не буду линковать, не хочу, чтобы меня забанили. Да, трусло, ебать, да ты сам говорил, что можно. Давайте я из Альянс надо зайти линкануть. У меня, сука, перс за Альянс на этом же аккаунте, где паладин. Я не хочу, чтобы паладины забанили. Кусок-то не бан. Блядь, Ютуб, ты зачем линканул стол? За Ютуб точно бан, короче, удачи. За это бан. Ютуб не линкуй. Сказали, только Twitch можно. Пиздец. Тип, короче, ну, а как на YouTube не зайдут, потому что ссылку-то никто не скопирует. С помощью аддона можно скопировать. Кто-то занимает. Ну, это у всех. У меня никогда в жизни не было этого аддона. У меня тоже не было. Нету. Смысл не в этом. Смысл в том, что столбу пизда. Хватит, расслабите. Кто там за твинков спрашивал? Стол, блин, гони теперь Твич, тебе все равно похер уже. Джейм, не спрашивай. Не спрашивал, он сказал, что ему не нравится, что у нас в гильдии люди... Не, мне не то, что не нравится, может, это как бы вы так договорились, но вопрос в том, что... В зависимости от того, в какой он гильдии, если он сам в собственной гильдии, это одно дело. Да, слышно, теперь да. Я заебался уже пиздец. Линкани мне в личку в ВК, какой текст нужно волчат написать, я напишу. Вон в РК они же вдвоем. Перезапустил РК, потому что... Вот Твич. Вот Ютуб. Ну, Ютуб не линкуй. Сказали, можно только Твич, короче. Ну, как сказали, Олег не сказал. Опа. Пока не стримлю, англи. У нас в гильдии есть люди, у которых персонажи там в других гильдиях, но это гильдия КГБ. Нет, ну если таких, то я ж ничего не против. Надо писать, не заходим на стрим, а что стрим Dark Stars, что надо мы топ-гильдия, что они все хуесосы.
Пусть заходят и учатся, мы вайпаемся тут. Сколько процентов? 50? Вот, по стака раскал. Пару стаков накинь. Спасибо. Сейчас вылезут тролли. О, этот пишет. Друг твой, как его? Фараон. Блях, не помню, как его ник. В легендах Эрелил. Просто. А, тотем на силу природы есть? Поставьте тотем на силу природы. Не знаю, никто не пишет в ЧСе давно все. Отводите трэш от рейда. Пою гимн от сил. Прохил, блин. Давай сакру, Виталик, он. Уже дал. Еще до этого. Нейронайзер тогда. Ты кидай щитки, филипец, на людей с дебафами и на танках. Потом остальным. Можешь пати сразу хилить скиллом. Можешь написать легендарный убийство Карлфергер. Посмотрите на нормальные рейды. Тогда точно согрется. Трофей. Че, сундучка чего упало?